Приветствую вас. Я думаю, что первое, на что нужно обратить внимание, это то, что имеют место быть явные проблемы нарушения личных границ между вами и ребенком. То есть вы говорите нам, кому нам, почему нам, из-за чего нам, да. Если вы не воспринимаете ребенка как отдельного человека, как отдельную личность, то нет ничего удивительного в том, что человек пытается уйти в телефон. По факту человек просто сбегает. Сбегает в, ну, какой-то вот другой мир, где ему будет, может быть, немножко комфортнее, может быть, немножко лучше. Вот, хотя и не факт. Понимаете? То есть проблема заключается как раз в том, что вы позиционируете себя ребенка как единое целое. Но вы не единое целое с ребенком. Вы, ну, вероятно. И это вот, пожалуй, ключевой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Потому что это крайне важная история. Вот. Дальше. Следующее, что я, значит, хотел бы вам сказать. Ребенок, как правило, ну, уходит в телефон, потому что ему скучно, может быть, собственно говоря. То есть в реальной жизни, да, реальной жизни его, ну, по факту ничем не привлекает. Например. И, соответственно, вот он как раз таки и чувствует, что ему в вымышленном мире лучше, чем в мире реальном. Вот. Как правило, это связано с тем, что родители ребенка ведут себя, ну, знаете, вот, как бы вам так сказать, достаточно отстранённо эмоционально. Вот. Я бы так выразил бы это. Вот. Другой вопрос. Важный вопрос. Почему
родители ведут себя так. Вот. То есть почему родители ведут себя вот таким образом, что ребенку лучше в телефоне? От чего он бежит? Вот. Ну вот, собственно, это то, на что я обратил бы ваше внимание. Вот. Как влияет как влияет телефон на ребенка? Ну, по сути, это виртуализация происходит. То есть происходит виртуализация внутреннего мира ребенка за счет того, что в реальном мире взаимодействие, по сути дела, крайне немного. Вот. А, соответственно, ну, примерно вот такая проблема здесь имеет место быть. Конечно, это довольно тяжело воспринимается человеком. Вот, конечно, это довольно тяжело воспринимается эмоционально ребенком. Вот, и ну, возникает трудности, естественно, возникают какие-то стремления уйти в ну, вот, в мир, да, где все просто понятно и так далее. Вот. Ну, по большому счету, я думаю, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Может быть, это быть и в какой-то степени следствием проблемы в вашей семье, внутри вашей семьи, отголосками, это может быть следствие отголосков конфликтов внутри семьи. Вот, ну и так далее. Проблематика здесь такая. В таком случае начинать нужно с вас. Вот, ну, работу нужно начинать с вас. Вот. Ну, соответственно, такая история. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация, в которой вы оказались, будет разрешена самым лучшим образом для вас и для вашего ребенка.